Колосок ТВ представляет. Веселая автомойка. Посмотрите, кто приехал к нам сегодня в автомойку. Конечно, это трактор. Но это не совсем обычный трактор, ребята. У него открытая кабина. Трактор выполняет на ферме очень много трудной работы. Он перевозит тяжелые грузы, помогает вспахивать поле и собирает урожай. Посмотрите, какой он грязный приехал, испачканный. Давайте его отмоем вместе. Начнем. Сперва наш трактор польем водой из шланга. Вот так намочим его полностью. Замечательно! Теперь возьмем мочалку и нанесем много пены, чтобы отмыть всю грязь и всю пыль. Чудесно у нас выходит. Теперь включим специальные щетки, которые очистят наш трактор. Отлично! Теперь нам нужно трактор просушить. Специальные фены нам помогут. И последний этап нашей мойки – это натирание трактора до блеска. Вот так, ребята, у нас все получилось. Едем дальше. Посмотрите, трактор, кроме того, что он грязный, он еще поломан, поцарапан, и у него сдуты колеса. Давайте все исправим. Берем сварку и убираем трещины на тракторе. Вот так. Теперь нам нужно добавить масло. Без масла трактор не будет работать. Что же дальше? А дальше мы подкачаем колеса. Сперва задние колеса. Вот так. И, конечно же, передние колеса. Замечательно! Ой, у трактора в коробке передач порвались провода. Это нужно исправить. Наш трактор отремонтирован. Поехали дальше. Теперь мы можем его перекрасить. В любой цвет. Какой цвет выберем? Может, розовый? Или синий цвет? А давай попробуем красный. Посмотри, трактор выглядит как новый. Выберем красные колеса, вот так. И добавим красивую наклейку. Я люблю мой трактор. Замечательно! Фермер будет очень доволен своим новым чистым трактором. Спасибо, ребята, что вы помогли мне его отмыть, поремонтировать и покрасить. Приходите еще играть со мной. Пока!